Надо сказать всем привет сначала, да. Привет. Всем привет. Наши друзья сказали, что наш канал не популярен, что нам не добиться 1000 подписчиков. Поэтому мы решили поменять контент нашего канала. У нас теперь будет канал про отжимания и воркауты. Смотрите нас каждый понедельник на Ютубе. Раз уж у нас новый канал, у нас есть новая заставка. Смотрите сейчас. Смотрите сейчас, скажи, смотрите сейчас. Смотрите сейчас. Хорошо. Видно, что у нас богатое кресло, как ты считаешь? Да. Но на самом деле, конечно же, вы поняли, что это была шутка. Мы не будем делать канал про отжимания и подтягивания. Но новую заставку мы все равно сделали, потому что я думаю, что мы уже доросли до новой заставки, да? Сейчас открыть. Новую заставку. Заставку. Очень острые, да? Да, надо постричь. Постричь? Да. Хорошо. Займемся этим. Да, сейчас. Сейчас? Нет, сейчас не будет. Нет, обойдемся без твоей помощи в этом. Какие вот. Плоды? Так, давайте сосредоточимся, друзья мои, на другом. Мы будем стараться придерживаться графика, будем выпускать одну серию в неделю по понедельникам. Ты тоже будешь? А в этой сегодняшней серии мы вам покажем то, как мы прикручивали колеса на машинку, примеряли мотор. В принципе, нам все понравилось. Лукас даже покатался. Ульяна тоже покаталась. Смотрите. Смотрите сами.
Далеко едешь, Лукас? А кого запах? От бензина? От мотор пахнет бензином так. Пахнет, да? Да. Ну что, крути руль. Отжимания, подтягивания мы рассказали. Про новые ролики вы рассказали. Про что? Новую заставку. Новую заставку к нашему каналу выходит. Про шутки мы рассказали. Про график, то, что мы выходим по понедельникам, мы рассказали. Что у нас будет в следующей серии, Лукас? В серии мы можем попробовать покрасить то, что у нас получилось уже. Вот что. Вот, ты любишь красить? Ты будешь красить машинку? Да. В следующей серии мы будем красить машинку. Смотрите нас через неделю.